сегодня выйдут на матч хозяин. 3-5-2 они сегодня выиграли. Очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Сегодня выйдут на матч хозяин. 3-5-2 они сегодня выиграли. Очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Сегодня выйдут на матч хозяин. 3-5-2 они сегодня выиграли. Очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Сегодня выйдут на матч хозяин. 3-5-2 они сегодня выиграли. Очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Очень хорошая погода этим вечером, и мы ждем не менее хорошей игры от команд. С радостью начинаем свой репортаж. У микрофонов Георгий Черданцев и Константин Генич. На ваших экранах итальянский футбол. Смотрим серию А. Атмосфера сегодня просто космическая. До мурашек. Не сомневаюсь, отличный матч нас сегодня ждет, Георгий. Меняется в последнее время футбол, и болельщики не могут быть в стороне. Эта игра в первую очередь для них, но футболисты, к сожалению, в некоторых чемпионатах иногда об этом забывают. В таком составе... И наш матч начинается. Тут преимущество у команды, поэтому судья игру не остановил. Обратный пас очень быстро сыгран. Гарри Медель. Пожалуй, один из главных вопросов сегодня. Как себя проявит Марко Арнаутович? Что думаешь на этот счет, Костя? Ну, этот игрок отлично чувствует партнеров и передачи. За 2-3 паса они способны раскатать любой оборону. Тэмми Абрахам. Дальше мяч не идет.